Приветствую всех вас, мои дорогие друзья, подписчики, а также просто неравнодушные гости и зрители моего канала, кто с болью сердца, с душой следит за событиями, происходящими в нашей многострадальной и великой стране. Я всех вас поздравляю с таким светлым праздником, как Пасха. Вот это поздравляю всех верующих. Неважно, какой конфессии. Вот, конечно же, в основном среди нас это православные. Но также, конечно, я поздравляю и мусульман с прошедшей уразой, то, что у них наконец заканчивается или уже закончился, может быть, ураза. Я не знаю, надо еще мне изучить их праздники, но ладно. В принципе, всех поздравляю вас. Ну, те, кто не верит вот во все это, ну, я поздравляю с весенними праздниками, с 1 мая, вот, особенно приверженцев социализма, коммунизма, тоже очень прекрасная такая идея, идеология. И я всех вас поздравляю, желаю всех. Всем вам, прежде всего, это здоровье, потому что если у вас будет здоровье, у вас будет силы творить, созидать и, ну, как говорится, создавать радость себе и другим. Ну и, конечно же, желаю всем процветания, добра, мира. И чтобы мы жили в мире любви, чтобы было чистое небо, это самое главное. Вот, ну и, конечно же, всем взаимной любви, потому что вот если она взаимная, то только тогда человек может быть по-настоящему чувствовать себя самодостаточным и счастливым, вот, потому что взаимная любовь — это всегда любовь, это означает, что два сердца друг друга любят. И всем вам хочу также пожелать, поскольку это праздник, все-таки в первую очередь такой, знаете, вот Пасхи, ну, относится больше к верующим. Я желаю всем, чтобы вы сохранили веру, чтобы сохранили веру в позитивное, чтобы в ваших сердцах была всегда вот эта вот заря, ощущение того, что, ну, скажем так, жизнь счастливая, несмотря на невзгоды, несмотря на какие-то страдания, чтобы вы всегда чувствовали себя счастливым. Ну и, конечно же, возможность самореализации — это также не менее важно. Всем вам от души желаю, детям и внукам, здоровья и побед. С вами был я, принц Цюрель. Увидимся в следующем видеоролике. Будем разбирать дело Влада Бахова. До скорого!